Аномальная жара в Индии бьет все рекорды. Столбики термометров на севере страны добрались уже до 52 с лишним градусов. Власти объявили высший уровень погодной опасности. Я приехала в столицу недавно, планировала здесь отдыхать, но воздух тут слишком горячий, прямо обжигает. Из-за этого я даже не могу никуда сходить. В Дели зафиксирована самая высокая в истории страны температура 52,3 градуса. Помимо столицы, экстремальная жара также накрыла и ближайшие, самые крупные районы. Погода испытывает на прочность не только людей, но и электросети. Из-за невыносимой духоты кондиционеры и охладители работают на пределе. Ситуация осложняется еще и нехваткой воды в регионе. Ее запасы в 150 крупнейших водохранилищах страны упали до 24% от максимальной емкости. По прогнозам синоптиков, аномально знойно. В регионе будет до выходных. Врачи настоятельно рекомендовали жителям и туристам не покидать дома и отели без крайней необходимости.